Ну что ж, друзья мои, доброе утро. Все в предвкушении Нового года. Утро мы должны начинать, конечно же, морозное, декабрьское утро глинтвейна. И главное условие этого глинтвейна – он будет безалкогольный. Нам необходим сок, ну какой кому нравится. Это может быть виноградный, как в нашем случае, либо яблочный. Всего лишь один роскошный апельсин, одно яблоко и ароматный лимон. Корица, роскошная благоухающая гвоздика и, конечно же, имбирь. Мы начинаем с плиты. Нам надо элементарно просто подогреть наш сок. Пока греется наш сок, мы займемся фруктами. Фрукты надо всего лишь порезать. Апельсин я предлагаю резать с кожурой. Фрукты мы отправляем в наш сок, который у нас уже нагревается. Теперь надо добавить всегда немножечко тайм. Кстати, гвоздики надо тоже не переборщить. Кашу маслом не испортишь, точно так же глинтвейн не испортишь медом. Ну и добавим немного изюмчика. Божественный. Кто-то подумает, что это мы сварили просто компот. Ничего подобного. Это безалкогольный глинтвейн, господа. С наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья, добра, любви, прекрасного настроения. Верьте в чудеса и не забывайте о своих ангелах.